Потом на вас перейдем. Ну, там и все, там много героев не нужно будет. О том, о современных новых трудовых мигрантах. О том, которые классно выглядят, красиво, любят красиво жить, следят за собой. Зарем, ну что, рассказывайте нам про костюмы, какие они у вас красивые, я смотрю, абсолютно разные цвета, вы вообще где-то в Питере шьют, не шьют, в них, может, какие-то интересные штуки есть. Я вижу элементы национальные и сари индийские, расскажите нам, нам интересно. Ну, сейчас я поподробнее расскажу немножечко, например, вот о таком красивом костюме. Это индийский костюм. Чоли здесь есть, небольшая кофточка, да, как, ну, примерно как вот на мне сейчас. И вот такая юбка, это ручная работа, это костюм из Индии. Такой костюм тоже очень красивый, в принципе, той же самой формы, то есть тут тоже есть очень красивая кофточка, есть юбочка. Это мы шили в Санкт-Петербурге. Это вот, у нас есть такие мастерицы, которые нам иногда помогают. Получается, вот такие вот очень красивые, вполне индийские национальные костюмы. Готовы? Я скажу. Вот есть у нас такой красивый узбекский костюм. Вот. Не специально мы его шили, тоже в Санкт-Петербурге. Одна из мам девочек, с которыми я раньше танцевала, сшила вот такой костюм. Я знаю, что к индийским еще платьям всякие колокольчики там вот на ноги вешают, на руки. Так есть вот такое, конечно. У нас тоже есть и браслеты на руки, и браслеты на ноги. И вот у меня сейчас на голове так тоже. А вот это бинди, да? Нормально, что ли, сказал? Получилось? Да. Мне кажется, мне голос дрожал. Не, нормально.